Давайте работать с тем, что есть. Да, заходим в историю торгов. Заходим. Дайте мне экранчик. Экранчик, да. А экран мой видно? Не видно. Пока что только реклама телефона. Спасибо, Apple проплатил немножко. Компенсирую. Сливан. Вот. Выходим на счет наш. Все знают, это трейдер, наверное, да? Шевченко, я его не придумал. Это не я сделал его. Так. Молодец. У нас уже просто были вопросы, что я придумал метатрейдер, нарисовал его. Вот. Вот можно посмотреть сумму на счету. Сегодня у нас выходной, пока он не работает. Соответственно, идем дальше. Мы троим торги. Вот. Счет мы сделали недавно, мы его сделали, если не ошибаюсь, 23 числа. Мы сейчас посмотрим. Вот. И давайте посмотрим сделки последние, соответствуют. То есть они там немножко разброс. Но вы должны их находить в личном кабинете. Вот, допустим, там USD франк, вы должны находить, наверное, USD кат. Вот, наверное, последний там USD кат у нас в кабинетах, ошибаюсь. Вот, можем посмотреть, какие сделочки, каким образом это работает. Так, 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 так. Секунду. Допустим, такие сделочки есть. Можем посмотреть, как это работает. Ставится стоп-лосс, тейк-профит, но, в принципе, то, что мы постоянно вам показываем. Вот. Сейчас мы домотаем до создания счета, чтобы было понимание, когда счет сделан. Так, так, так. Вы можете пока контактировать с телефоном, я просто вас не вижу. Вот, друзья, в силу безопасности это не будет постоянной практикой, я хочу, чтобы это все понимали. То есть индивидуально. А для партнеров 15 мы будем делать фотосессии, это будет доступно. Так, так, так. Вот, то есть у нас был вот там сверху видно депозит, когда он был сделан 23-го, 16-56. Один из депозитов, я не буду себе показывать, вот, было создано. Поэтому вот как это все выглядит. Все на обед, думаю, есть всем что обсудить. Всем спасибо. Друзья, еще раз громкие аплодисменты Роману и Вадиму за то, что открыли сегодняшнюю конференцию. Подождите, не расходимся. Никуда не расходимся. Спасибо Алексею за выступление.